На базе средней школы села Лаврентия появилась точка роста. Центр образования цифрового и гуманитарного профиля. Первый на Чукотке начал свою работу в Чукотском районе. Торжественное открытие состоялось на днях, и уже эта точка роста стала новым центром притяжения сельских ребят. Учителя, дорогие гости, мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей, созданного в рамках национального проекта «Образование. Шаг в будущее» и являющегося одним из центров федеральной сети образования «Точка роста». Первая на Чукотке «Точка роста» начинает свою работу. На востоке региона, в селе Лаврентия, на базе средней школы теперь есть свой центр образования цифрового и гуманитарного профилей. 4 кабинета оснащены самым современным оборудованием, что позволит обучающимся изучать такие предметы, как технологии, информатика, ОБЖ. Когда делаешь, очень зеленый горит. Манекен по оказанию первой медицинской помощи – особая гордость преподавателя ОБЖ. Теперь есть возможность на практике закрепить теоретический материал. А в этом кабинете, оборудованном по последнему слову техники, теперь можно творить чудеса. Мы на занятиях будем создавать различные 3D-модели в различных программных средах. А те модели, которые мы создадим в виртуальном мире, мы сможем с вами распечатать наш реальный мир при помощи 3D-принтера. 3D-моделирование и 3D-дизайн, программирование. На базе этого профиля можно еще и научиться управлять беспилотниками. Еще несколько лет назад о таком можно было только мечтать. Прогрессивные технологии дошли и до Чукотки. Весь центр состоит из 4 кабинетов, каждый из которых оборудован под школьную и внеклассную проектную деятельность. В наличии современные приборы, инструменты для работы учащихся и педагогов. Есть даже шахматный зал. Вот глава района вместе с преподавателем уже играют партию. Скоро большой турнир. Безусловно, это место станет центром притяжения не только школьников. Точка роста дает возможность во внеурочное время развивать общекультурные компетенции и цифровую грамотность населения. Здесь можно получить шахматное образование, вести свою проектную деятельность, заниматься творческой, социальной самореализацией детей, педагогов, родительской общественности. Но прежде всего современные цифровые технологии позволят значительно усовершенствовать образовательный процесс. И надеюсь, что указанные программы, которые будут развиваться на базе этой точки роста, они помогут вам более, наверное, точнее выбрать свою профессию в дальнейшем, поступить в хорошее учебное заведение, получить качественное образование и вернуться к нам с хорошими знаниями, с хорошими профессиями и работать на благо нашего района и нашей всей страны. Точка роста – это один из ключевых федеральных проектов нацпроекта образования «Современная школа», который направлен на обновление, содержание и модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах. Всего на Чукотке таких точек будет 8. Анна Мартяшкина, Алексей Буслов, «Вести Чукотка».